Почетных гостей Дмитровского района, членов делегации из Республики Татарстан, встречали в районном дворце культуры «Созвездие» по русской традиции пирогом. В составе делегации 47 человек. Все они работники сферы культуры, начальники управлений, руководители домов культуры и различных учреждений. Посещение Московской области ограничилось лишь некоторыми городами. Кроме Дмитрова, гости посетили Видное, Подольск, Чехов и Сергиев Посад. Такие встречи, они обогащают, во-первых, нас, они обогащают наши культуры, они дают возможность познакомиться с тем, что нового, интересного, но и в то же время традиционного делается в двух культурах. Перед тем, как пройти в зрительный зал, директор Дворца культуры «Созвездие» Наталья Мутовкина предложила гостям небольшую экскурсию. Работники культуры Республики Татарстан посетили класс флористики, театр-студию «Орликин» и другие классы, где преподают вокал и хореографию. У гостей все увиденное вызывало восторг. Они все фотографировали и задавали немало вопросов. Для гостей из Татарстана коллективом районного дворца культуры «Созвездие» и отделом культуры была составлена небольшая концертная программа, которая в полной мере отразила всю красоту и мощь русской культуры. Мы знаем, как в Татарстане любят и сохраняют свои культурные традиции. Сегодня для участников этой делегации мы подготовили концертную программу, в которой хотели показать, как мы сохраняем наши российские, русские культурные традиции. Это и наша музыка, наши народные песни, наши народные танцы. Открыла концертную программу победительница международных и всероссийских конкурсов, учащаяся вокального отделения Дмитровской детской школы искусств Дарина Мустафина. Далее образцовый ансамбль танца «Сюрприз» руководители Галина и Владимир Немковы порадовал гостей народным татарским танцем. Всю красоту и стать русского танца продемонстрировали танцоры народного ансамбля песни и танца «Славичи» руководитель Владимир Немков. В завершении концертной программы русский народный тон поддержал уникальный коллектив «Дмитровские рожечники». Знакомство гостей из Татарстана с Дмитровым продолжилось в музее-заповеднике «Дмитровский Кремль».